Вооруженные силы Турции сохранят нейтралитет. В заявлении Генштаба говорится, что армия не намерена вмешиваться в политический кризис, который был вызван разразившимся в стране коррупционным скандалом. В то же время Верховный суд страны отверг требования нового правительства о проведении закрытого расследования. По данным прокуратуры, на следствие оказывается давление со стороны властей. Премьер-министр Тайип Эрдоган назвал это попыткой очернить правящую партию. «Позвольте мне быть предельно четким. Если народ скажет, чтобы мы уходили, мы уйдем. Без всякого сомнения. Потому что мы уважаем выбор народа. Но когда народ просит нас остаться, мы не собираемся уходить только потому, что кто-то требует нашей отставки». 21 декабря в Турции были обнародованы данные о расследовании фактов коррупции, которым оказались причастны дети ряда министров. Операция получила название «Большая взятка».